Теперь у нас стоит задача спуститься в ствол на глубину порядка 15 или 20 метров. Оголовок ствола можно видеть на фотографиях начала 1960-х годов. Вот оттуда мы пришли. Угадайте, что? Плантации. Здесь вообще произошел обвал. Достаточно серьезно здесь строили. Как же неудобно ты. Тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Степ-Волф. Сегодня мы отправляемся в скальное хранилище в центре Мурманска. И ждет нас очень экстравагантный залаз. Собственно, сейчас все сами увидите. Пожелайте мне удачи. Удачи. Главное не ебаться теперь. Теперь ты вспомнишь, что у меня в куртке в кармане. Я рос твоих ракурсов. Утрамбовался? Да. Сломается. Мне кажется, что колокольчик сейчас. Это было супер. Теперь у нас стоит задача... Напиться. Закрепив альп-снарягу, спуститься вот туда вот вниз в ствол на глубину порядка 15 или 20 метров, а потом еще и подняться, если повезет. Вообще я забыл, как узел уже вязать, на самом деле. Я давно уже не вязал, я уже забыл. Наверное, так. А может, не так. Так, давай вязать их. Я правда уже, я года два к снаряге не притрагивался, без шуток. Мне страшно. Так еще страшнее. Это искусство не пропьешь. Так же, как и плавать, так же, как и верхом ездить. Слушай, надо закрытыми глазами, сразу. Так оно как бы проще вспоминается. Shall we begin? Куда пошел? Вниз. Ногами перебирай, как по стене ты же висишь. Отпускай потихоньку, отдавай. Я перевернусь. Перевернешься? Да, а как знаю. Быть? А на трубу сесть и выходить? Кислота, кстати говоря. Жумар. Жумар, пора разорвать. А? Про жумар не стоит забывать. Так педалька мешается. Чего? Есть проблема, я вот за эту ногой... Я в петлю ногой ушел. Все. Листовки, то есть. Сейчас стоит задача спуститься по вентиляционному стволу, и уже благодаря этому мы получим возможность попасть в скальное убежище, которое находится в самом центре, в одном из центральных районов Мурманска. Глубина здесь порядка 20 метров. Сколько там, Макс? 20? 15. Да, если сверху камень летит, на него не смотреть. Он как бы не на каску, а вон летит. Слушай, а как там пролезать вообще эту трубу? Я не знаю. Очень аккуратно. Я-то еще шире. Как-то придется пролезать. Труба совсем не нравится. А никак нельзя вот в тот угол? Не, вот так только, как я. То есть в тот угол никак уйти? У тебя там уже стена дальше идет. Тебя сносит туда. Я говорю, в тот угол уйти никак не получится. Не-не-не, следи за веревками, тут нормально. Тут надо было с оттяжкой делать, только непонятно за что. С оттяжкой, да, надо оттяжку, надо. Уже все, мы без тебя не сделаем оттяжку. Блять, там еще высоко, там еще высоко. Сейчас я просто на трубу лягу. Я не смогу ее обойти, потому что веревка на трубу ляжет. Труба опасная очень. Труба кончилась? Труба кончилась, но еще по высоте до хрена там просто. Нет, а что тебе мешает идти вниз нормально? Трубу я улетаю. У тебя есть протектор еще? Нет, у меня всего два протектора. И было два протектора. Нужен очень сильный протектор. И что делать?
Не знаю, что делать. Наша проблема заключалась в том, что там, где заканчивалась труба, она имела острый край, об который терлась веревка. Все имевшиеся у нас протекторы уже были задействованы. Поэтому было принято решение вязать из старой, висевшей в стволе веревки подобие протектора на месте контакта страховочной веревки с острым краем трубы. Это решение имело один минус. Каждому, кто будет спускаться или подниматься, придется сначала полностью разматывать этот импровизированный протектор, а затем снова вязать. В общем, напарник ушел уже туда, в глубину ствола. Тебе там далеко еще? Нет. А, они ее скинули, все. Кого? Часть другая. Еще метров 3-4, да, 20-ка будет слушать. Она прям лучше, чем казалось. Ну все, теперь Вера пошла спускаться. Следующая моя очередь. Веру специально в середине поставили, чтобы можно было проконтролировать и сверху, и снизу действия. Место реально трешовое. По рассказам, там чуть ниже вообще висел кусок трубы, который мог прилететь на голову. Сейчас будешь обходить трубу, надо будет из старой веревки навязать протектор. Вон, видишь, она идет, старая веревка. Угу. Ты как? Ничего, неудобненько. Ну, спокойно, нормально все? Да, у меня уже адреналин закончился. Пройдешь трубу, выше жумары вяжешь старую веревку. Не, неудобно. Точнее, неудобно. А мне каково будет, прикинь? Ну, у тебя вообще жопа будет. Сейчас приходится из старой веревки делать подобие протектора, чтобы в том месте, где веревка будет касаться обрезка трубы, чтобы она не перетерлась. Интересно, будут матюки или не будут? Эпично. Сейчас там полезет. Эпично. Говорит, по-моему, самая крупная задача сейчас. Завязать это. Вот, тут есть тряпка, кстати. Хочешь, я тебе дам? Какую ты ему дашь тряпку? Ну, а как ты ему ее дашь? А я сейчас прилену. Надо пожарного рукава прикрепить. Как прекрасен русский мат. Да тут нет пожарного рукава. Давай я тряпку дам, ты и тряпкой завяжешь. Так эта тряпка, это его карабинный чехол. Да? Вот это да. А, ну это твоя тряпка. Какая моя тряпка? Я не понял. Это... Ну ладно, ты не захочешь эту тряпку вязать, вяжи как есть. Later. Как ты там? Вяжу. Свитер? Что там левой рукой? Дрочить надо левой рукой. Момент, о, что ты там ржешь, а? Продрочить левой рукой. Лучше бы снимала бы. А кто сказал, что я не записываю? One hour later. Как у тебя дела? Мне с тобой разговаривать? Вам и жопу родила. Ты близко? Тут сейчас на одной веревке можно было бы быстро спуститься без этих перестегнений, а не б***ь. Зато безопасно. Лазить хорошо и безопасно. Я тёрю. Тихо, не заплюй меня тут. Ты до лестницы добрался? Я уже половину лестницы прошел. О, в этот момент надо... Ты же говоришь, ты записываешь. Да я-то записываю, но я это... Халтурно записываю. Халтура наш все. Надо было жумар под левую руку покупать. Левша, что ли? Просто мне галчонка удобнее правой. Я не знаю, как ты галчонкой левой рукой... Будешь подниматься, увидишь. Ну да, правая рука у меня на гачине. Чего? Почему я не могу перестать? Смотри, веревка заканчивается. Ну, блядь, ниже пола не уеду. Ну, можно постучать со дна, а мы на дне. Будем стучать в подвал. Да. Шутите, шутите, нам еще подниматься. Я тебя всегда так охрененно снимаю с таких ракурсов. Ну и как мне теперь выстегиваться? У меня не такие длинные красивые ноги, как у тебя. Ну, он встань на лесенку. С
Слева от тебя лично. На эту! Не трогай. Вот на Не, вообще никакую. Ты говоришь слева от меня. Не надо никакую трогать. Вот на эту становись, нормально надо держаться. Не, не высыпай. Не надо туда становиться. Что ты мне? Я знаю, мне роста не хватит. Отойдите. Ой, не надо. У меня тут камеры. Надо было разрезать эту хуйню, не знаю. Слушай, ну шутки не хватает. Не, ну я ногами встал нормально. Шутки на сантиметр не хватает. А где? Именно в том самом месте, где я сейчас кручу все это. Это волшебно. Это волшебно. Выстрелся. А это мы еще не пили. Не надо туда вставать. Не надо. Блять, опасно, страшно. Не надо. Лучше бы меня подстраховал, Макс. Каким образом? Макс, каким под спину, каким? Возьми его на руки. Разрезать эту штуку нельзя было. А то нужно как-то сантиметр. Мне хватило ног. Тебе да. У меня и не такие ноги. Так. Я вообще карлик. Все. А у тебя вот этого не было, когда ты спускался. А, ну да. Все. Кстати, веревку вот прям рассчитал. Она еле-еле земли касается. Фу. Натерпелся? Несколько слов об истории этого объекта. Строительство его началось в военный 1942-й, как штаб МПВО Мурманска. В 1944 году объект был завершен и сдан в эксплуатацию. Сооружение имело два портала и ствол, через который мы, собственно, и проникли внутрь. Эксплуатировалось оно по своему прямому назначению до середины конца 1960-х годов, после чего было выведено из эксплуатации и заброшено. С 1990-х годов блоки некогда секретного сооружения использовали коммерческие организации под складские нужды. А головок ствола, находящийся на вершине сопки, можно видеть на фотографиях начала 1960-х годов. Его окружают многочисленные антенны и периметр. Позднее над ним будет построено маск-сооружение, через которое мы проникали к стволу. А еще позднее вокруг появится густая городская застройка. В общем, мы благополучно спустились вниз. Вот оттуда мы пришли. А эти обломки трубы до некоторых пор висели в стволе. Что это? Документация на алкашку. А? Там. Ну тут, видимо, склад какой-то был. Да, металлы. Накладные счета, факт. У меня хлеб вон. Булки. Вода. Ну понятно, в общем, накладные. Короче, тут склад был, скорее всего. Тяжела и неказиста жизнь российского артиста. Сразу за залазом находится просторное скальное помещение без внутренней обделки, заваленное различным барахлом и упавшими кусками породы. То есть здесь периодически бывают обвалы. К сожалению, просветить все это даже нормальным светом очень сложно, потому что потолок просто черного цвета. Вот сами своды убежища, скального убежища, они просто густо черного цвета. А в следующем помещении находится, угадайте что, плантации. Скорее всего, здесь выращивали грибы. Здесь где-то частично остались лотки с грунтом, возможно, даже с грибами уже засохшими. Вот, вот такая вот картина тут открывается. Множество лотков с грунтом на нескольких ярусах, причем потолок тут уже обвалился, обваливается, все конструкции деформируются. Здесь когда-то было электричество, или, возможно, даже и сейчас оно есть, но мы его пока просто не нашли, где включить.
Достаточно серьезно здесь строили. Здесь даже предусмотрены водоотливные канавки, дренажная система и небольшие зумфы. Вероятно, где-то планировались и насосы для откачки грунтовых вод. И вот еще одно помещение впереди. И здесь крайне неудобно из-за обвалившейся породы. Здесь вообще произошел обвал. Но и тут тоже еще одна скальная выработка без обделки. Из-за того, что отсутствует обделка, постоянно обрушается порода. Здесь она обрушилась, завалив от пола где-то, наверное, около метра. Видно уровень пола у входа, какой он был. И что стало теперь? Ну и теперь нам остался долгий и занудный подъем на 20 метров вверх. Как же неудобно ты, Не материтесь на камеру, девушка. На одной веревке проще было. Да охренеть, я просто провисаю, она сворачивается подо мной и все. А веревка-то ваша развязалась там на трубе. Сильно трет? Ну, если тебе сказать, что она полностью развязалась, то да. Блять, понятно, когда она ослабла, когда я слез, она ослабла и раз***ла, блять. Ну и что делать будем? Блять. Поднимайся, это в любом случае вариантов нету. Ты на этой, на второй застрахована. Все равно страшно. Почти завершается наше приключение в этом скальнике. Долбанные спелеостологи. Не говори. Ты разворачивайся, я пролезал параллельно стене. Ну вот основ... вот так, да. Я так пролезал. То есть я убирал туловище вот в ту дырку, а с какого-то момента вообще уже на руках там больше подтягивался, и потом уже нормально вверх пошел. Проблема, что ногами сгибаются. Вот когда плохо иметь длинные ноги. И ждет нас очень экстравагантный залаз. Собственно, сейчас все сами увидите. По-другому ты его не мог описать, да? Ну, лезь. Надо же, без мата. Лезь давай. Мы не на канале культуры. Возможно.